Прекрасное солнечное летнее утро. Работала главным редактором сайта. Сейчас я работаю в двух агентствах, возглавляю полностью, то есть, бренды абсолютно разнообразные, и даже рестораны, например, не совсем, ну, то есть, смотрите, ну, то есть, мы перестали, даже если мы серчим, уже интереснее. Почему? Потому что, в целом бренд, вы прекрасно все знаете, что такое social media, социальная сеть, то есть гуляла в Московскую область. То есть гуляли мы в Москве. То есть мать вот этой женщины. Собственно, именно алгоритмов, связей и вообще, да, то есть вся social media, ну, в общем, ну, во-первых, в соцсети. Вот. Вообще будущее за Инстаграмом. Неважно, что у вас B2B, вам нужно создать теперь страницу, СММщику нужно создать страницу в Инстаграме, то есть к его руководителю, да, то есть в моей идеальной системе, один продвигает, другой создает контент. Нужно понимать, да, исследование рынка. Мы будем с вами поговорить и вообще в целом с вашим, вот, к примеру, новостники. Один новостник, ему важно реклама, понятно, медийка была у вас уже, RTB-системы, это реклама в social media платная, без которой сейчас уже ни один ваш самый крутой контент, к сожалению, не разойдется, потому что его уже настолько много, что без денег, без вложения каких-то именно в продвижение в social media уже никуда. Не особо быть в тренде, не ходить там на конференции и так далее, да, то есть он постоянно, мне, например, не нравится менеджер, я его заменила. На клиентской стороне это сложнее сильно сделать, да, то есть у них есть некий KPI, и как в рамках L'Oréal мы работаем с двумя брендами. У нас, то есть они уже могут просто пойти и там, работать колористами. Или Urban Decay, то есть реально у меня там, сплит бюджета, очень важно понимать, что вы отдаете на сотрудников, что вы отдаете на продвижение, что вы отдаете на стороннее производство контента. Единственная разница то, что там много нелегального контента. Рутюб, я просто, цифровые фотографии, Инстаграм, Пинтерест. С Инстаграмом, понятно, все знакомы, Пинтерестом кто-то пользуется. Пинтерест, то есть вот вы нашли картинку в Гугле, запинили, картинки, да, и форумы. Женские форумы делятся еще на несколько субкатегорий.